А сегодняшняя наша тема – квесты. Многие хотя бы раз в год задаются таким вопросом – как провести день рождения? А некоторые думают на работе, как сплотить коллектив и куда пойти вместе веселой компанией. У нас есть предложение для таких случаев. Уйти от реальности в escape room. Хотя бы на один час. А что такое escape room? Ну, давайте мы коротко вам объясним. Для тех, кто еще ни разу не был в таких местах. Это уход от реальности, как сказала уже Далида. То есть где-то на час вас закрывают в комнате. И при помощи логических каких-то умозаключений вы должны оттуда через час выбраться. Мы были в различных квестах, эскейп-румах. В Берлине мы были у мага, где пытались разгадать его волшебные чары и перебирались из одной комнаты в другую. Мы были в тюрьме и бежали из нее благополучно. Теперь поподробнее про наш последний эскейп, потому что он нам больше всего понравился, поэтому мы вам сейчас о нем расскажем немножечко больше. Да, эскейп сам называется «Хенка», «Палач» или «Побег от маньяка». В House of Tales такое заведение есть недалеко от Checkpoint Charlie на Фридрихштрассе. В самом центре Берлина. Да. А суть этого эскейпа, мы очень долго думали, вообще мы на это можем решиться пойти или нет, но я решила, что на мой день рождения мы все-таки это сделаем, и пригласила девочек. И когда шел инструктаж, то есть люди, которые там работают... Было страшно, но в самом начале... Когда мы очнулись, как бы по сценарию... Нас никто не вырубал, просто завязали глаза, и потом мы развязали глаза, а мы были уже заперты в подвале. И мы были с подругой, и я начала смеяться, что ты не бойся, потому что можно представить, что это эротический квест, и сейчас в темноте придет какой-то симпатичный маньяк. Вот такие вот у меня подружки, они просто вместе были в заточении. Да, и мы смеялись и прикалывались, и выбрались из этого подвала, решив какие-то задачи. Ой, такой праздник жизни был, правда? Но все секреты мы вам не расскажем. Нет, вообще никакие секреты не расскажем, уже даже слишком много рассказали. Но я просто хочу сказать, что боялись мы больше, чем страшно было на самом деле. То есть вот это мы сделали недавно и были в большом восторге. То есть мы рекомендуем. Это House of Tales, Ханкер, небольшой триллер, который можно сделать компанией. И мы очень будем рады вашим комментариям и поделитесь с нами вашим опытом из эскейпа. Хорошо вам провести ваш день рождения. До новых встреч. И выбраться из лап любого маньяка. А с вами были праздные ящерицы.